Я всех приветствую на моем канале. Сегодня у нас с вами будут свиные ребра. Дошла и очередь до них. Недавно мы с вами готовили ребра бараньи, корейку свиную, шею свиную не один раз. Также готовили грудинку не один раз свиную. Даже было сало, окорок. В общем, было много всяких разных кусков мяса. А вот ребра мы с вами именно свиные давно не готовили. Хотя на канале уже есть рецепты. Сегодня будет одна из вариаций свиных ребер, приготовленных в духовке, в квартире. Конечно же, первым делом, и без этого никуда, мы берем и вот так вот очень легко и просто убираем пленку с наших ребер, чтобы она нам не мешала потом. Я вот сегодня специально взял вот ребрышки, вот такие вот, видите, короткий вариант. На них мне, как показалось, больше всего мяса. Ребра я покупаю не на рынке вот такие вот лентами, а в магазине в упаковках. А какие ребрышки вы любите? Вот прям на рынке, купленные у мясника, прям, знаете, они такие вот огромные такие, на них вот такой вот шматок сала еще бывает. Либо вот такие вот маленькие мясистые ребра. Напишите в комментариях, что вам ближе по душе. Итак, давайте подготовим специи. Для начала я беру вот такую вот специю, она называется лимонный перец. Здесь смесь всяких разных специй и, как вы видите, морская соль еще присутствует в этом наборе. Пересыпаем в ступку. Ну и теперь нам нужно вот так вот размолоть, чтобы более мелкий помол был наших специй. Более, скажем так, равномерный. Теперь к этим специям мы добавляем сушеный чеснок, добавляем соль. Я розовую гималайскую всегда использую. Добавляем сладкую паприку и добавляем копченую паприку. Ну и теперь просто ложкой вот так вот перемешаем, чтобы наши специи превратились в такую вот единую смесь, в сухой маринад. Одну такую столовую ложечку мы откладываем, нам это попозже пригодится. Посыпаем наши ребра. И хорошо натираем. Берем теперь фольгу и пергаментную бумагу. Первым делом фольгу. Отрываем нужный нам кусочек. То же самое делаем с пергаментом. На пергамент кладем наши ребра. Вот каким-то таким образом берем, заворачиваем. Вот так вот. Раз. И два. Ну и теперь каким-то таким же образом берем и заворачиваем фольгу. Вот так вот. Оп. 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 Ну и чтобы было наверняка, давайте еще вот так вот дополнительно завернем в еще один слой фольги. Вот так вот берем. И теперь вот эти края наверх вот так вот подворачиваем. Кладем наши ребра вот так вот на противень. Отправляем в духовку. Она у нас уже разогрета 170 градусов примерно на 1,5-2 часа. Здесь смотрите по размеру и толщине своих ребер. Я отправлю на 1,5 часа. Пока наши ребра запекаются, я хотел бы вас поблагодарить за то, что вы ставите лайки и пишете комментарии. Ну и, конечно же, за это время давайте сделаем соус, глазурь, который мы будем вот-вот смазывать наши ребра. Мы берем кетчуп и горчицу, добавляем коричневый тростниковый сахар,
а также специи, которые мы отсыпали в начале. Ну и вот так вот берем ложечкой, все хорошо перемешиваем, чтобы сахар в идеале растворился. Ну и, конечно же, перемешались все специи. Вот так вот берем и перемешиваем. А вот и полтора часа прошло. Ребрышки наши шкварчат и шипят. Вот таким вот образом берем аккуратненько наши ребра. Распечатываем. А? О, сок пошел. Теперь мы берем и смазываем наши ребра соусом, глазурью. Вот так вот просто. Кисточкой берем и смазываем. Конечно же, со второй стороны также берем и смазываем наши ребра. Возвращаем обратно ребра в духовку. В духовке поднимаем температуру 190 градусов. Ну и теперь минут на 15, максимум 20. Давайте вот так вот. Вот так вот вырежем среднее ребрышко. На пробу сейчас оно пойдет. Вот это мы красиво сейчас вот так переложим. Для фотографии. Вот таким вот образом, видите, у нас косточка просто идеально взяла и отошла. Берем, отрезаем кусочек. Очень мягко. Прям сразу ощущается вкус свининки, вкус мяса, ребрышек. И потом очень интересно нас догоняет привкус от нашего маринада, от наших специй. Там такая легкая-легкая остринка присутствует, пикантная. Есть освежающая кислинка. Очень-очень интересно. Очень вкусно. Я благодарю всех за просмотр. Обязательно ставьте лайки. Ну и что-нибудь напишите в комментариях. А на сегодня я с вами прощаюсь. До скорых вам встреч. Живите вкусно. И пусть у вас все будет хорошо. Пока-пока!